должны вспомнить все хорошее, которое мы забыли раньше. Вот давайте вспомним утром, когда мы просыпаемся, например, и раньше в свое время, в советские времена, были утром 6-7-8 часов. Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику. На месте шага марш. Вот с этого самое главное движение нашей жизни – это шаг. Вот то, что вы начинаете, да, вы просто встать, вам никуда не нужно идти, вы просто на месте пошагали, просто подняли ножки высоко, подышали. Как вы только начинаете глубоко дышать, у вас начинается подниматься ваш пульсовой режим. То, что нужно для нас, для вот нашего возраста. Все, позанимались, походили, все, уже чуть-чуть. Для чего мы начинаем шагать? Для того, чтобы размять весь суставной шаговый наш вот этот корсет. Начинаем немножко приседать, начинаем приседать. Не садитесь сразу низко, вам это не надо, и нам это не надо, и спортсменам это не надо. Просто поприседайте маленечко, разомнитесь для того, чтобы ваши ножки, когда вы вышли на грядку и сели красиво, чтобы ваши ножки уже знали, что такое вниз и вверх, чтобы вы не падали туда вниз головой, да? Сделайте наклоны, наклон обыкновенный, не надо там никуда-то, хотите наклоны так. Хотите, держитесь, хотите с ручкой, хотите без ручки, хотите, тянитесь в одну сторону, в другую сторону. У вас все равно будут работать, говорю, те боковые мышцы, которые нам нужно растянуть, когда мы выходим, например, работать, чтобы вы вышли с эйфории весенней. Вот он, огород, мы сейчас все сделаем, за один день все сделали, упали, лежим, и в огород этот больше никому не нужен. Он, конечно, нужен, но нужен вам, выйдите со здоровым телом. Не только с духом, но и с телом здоровым. Поэтому, когда вы наклоняетесь, делайте наклоны, приседания, шаги, наклоны вперед. Что мы делаем? Ни в коем случае нельзя вот так вот стоять, поднимать пятую точку выше головы, да. Вы встаете, а потом врачи говорят, привезли с огорода бабушку, тетеньку, там еще, неизвестно кого, что-то где-то. Потому что нельзя опускать голову ниже пятой точки. Вот оно, приседание. Сели спокойно. Красиво. Делайте. Или вдруг вас там какой-то Иван Петрович крикнул, «Мань, привет!» Давно не видела. О, соскочили и спину дернули. Встаньте, как маня красивая, да? С корпусом, с ножками. За счет, нужно все время подниматься, садиться за счет ног. Не за счет спины и головы, а за счет работы ног. То есть, если вы работаете на грядочке, сидите ножками, работайте. Если у вас больные колени или еще что-то. Сейчас очень много в магазинах продают всяких разных наколенников. Одевайте наколенники, вставайте на коленочки, работайте на коленочках. Потом спокойно встали, оттолкнулись. И здрасте, все хорошо, спина у вас здоровая, ноги здоровые, плечи здоровые, улыбка на лице и огород ваш в порядке. Тело здоровое, настроение у вас тоже есть. Все замечательно, так же?